Всем добрый день. Купил сегодня клетку для волнистых, для парочки. Очень аккуратная. Я думаю, что им будет очень комфортно. Дверца очень аккуратная, красивая. Лодочка. Пока спрятались, не привыкают пока к этой клетке. И здесь с одной стороны я повесил ленту светодиодную. Буду надеяться, что им будет комфортно. Даю здесь салат. Кормушка — это для зерна, то есть для сухого корма. Повесил. Это мел получается. Дверца очень удобная, такая закрывается. Поддон вытаскивается. Легко вытаскивается, просто там внутри сейчас тарелка. И чистить можно. Удобно чистить. Так, давай обратно. И здесь сделана под кормушку, но она не глубокая. Они, я думаю, что здесь будет неудобно, поэтому я не буду использовать. Поставил нормальную глубокую кормушку. Ну что, давайте. Удачи вам. Так, стабилизации нет.